Приветствую всех. Надеюсь, для вас это тоже будет интересное видео. Ссылочка на данный плагин будет в описании. Ссылочка будет бесплатная. На все, что надо, проверено. Покупать его нет смысла, раз уж есть чистая версия этого плагина. Есть некоторые, я говорю о эмуляции Pultec. Или Pultec, кому как удобней. Значит, давно хотел добраться до него, но нигде ни демок не находил, ничего. В общем, а тут появилось такое интересное предложение скачать, просто его скачать, установить. Значит, какие минусы у этой версии эквалайзера? Что его составляющие разбросаны, то есть хотите поработать с высокими, это отдельный как бы плагин, да, хотите с низами поработать, это отдельно и так далее, хотите срезать частоты, тоже это отдельно. Я объясню, о чем, покажу точнее сейчас, о чем я говорю. Вот, и на примере вокала, записанного на хороший микрофон студийный, на хорошей крутой студии, мы послушаем этот плагин. Здесь в окошечке мы можем посмотреть, насколько он жручий или не жручий. Вот так сделаем. Но точно скажу, что с этим плагином невозможно работать вживую, потому что на обработку ему нужно время. Вообще плагины от акустика, аудио так устроены, что вживую в них не поработаешь. Но эмуляция у них железо, то есть то, что они эмулируют, очень конкурентно способна с Apollo Audio, да? Вот. Так. В общем, давайте зайдем вот сюда и поработаем с высокими для начала. Так, это аттенюация. Это будем убирать. Здесь мы будем бустить. Давайте выберем вот эту версию. Послушаем. О, интересно, я его открыл на канале с записанным вокалом. А задержка вокала происходит сейчас на моем канале. А, вообще ужас какой. В общем, не знаю, как я сейчас буду записывать. Для того, чтобы говорить, надо будет отключать микрофон. Вот так, сейчас без задержки. Стоит только подключить этот плагин, он сразу дает задержку на все каналы. Но при сведении, естественно, вы эта задержка компенсируется внутри DAW, и вы ее не услышите. Ну ладненько, давайте. This morning I woke up with a bird in my hand. It was singing this sweet little song made for us. It flew around for a while until I got out of bed. Сейчас смотрите на ту кнопочку FX наверху. Я, ну, микрофон стал звучать хуже, естественно, отключены все эффекты. Вот, смотрите туда, я буду включать и отключать эффект. И мы будем слышать разницу, как работает данный плагин с высокими. This morning I woke up with a bird in my hand. It was singing this sweet little song made for us. It flew around for a while until I got out of bed. Then I got ready and out in the rain to wait for the bus. And every day the sun shines, I'm reminded of every good night kiss we've ever shared. So I don't want another day. Очень круто работает, согласитесь. Слышно
Ну, если сделать слепой тест и не знать, что это VST-плагин, реально попутаете с живым, настоящим, железным, в смысле, плагином, как это работает. Здесь внутри, почему он весит почти гигабайт? Потому что внутри находятся слепки реального железного прибора. Так что как бы нам гарантируют, что это именно этот, здесь эмуляция именно этого прибора. Что ж, давайте посмотрим, что там еще есть. А теперь давайте послушаем, как он работает с низами. It was singing this sweet little song made for us. It flew around for a while until I got out of bed. Then I got ready and out in the rain to wait for the bus. It was singing this sweet little song made for us. It flew around for a while until I got out of bed. В общем, на мой взгляд, здорово было бы, если это было бы реализовано, как в большинстве плагинов, когда можно работать с высокими серединой и низами. Есть даже плагины от Alliance, в которых даже есть компрессор. Вот, и... Но там принцип работы другой. Вот здесь прям все-таки, допустим, для задач работы с высокими, прям я считаю, что это прям надо. Потому что вот эти песочные, классные, крутые, высокие, он хорошо их обрабатывает. Мы не получаем дешевых сипилянтов вот этих всех. Раз, два, три, четыре, пять. Вот как в данный момент. Раз, два. Там все работает совсем по-другому. Вот такой обзорчик. Всем рекомендую. Одобрено. Всем отличного саунда, чистого неба над головой, здоровья, мира. И до скорых встреч на канале Studio Home Rus.